Далее в выпуске блок спортивных новостей. В ноябрьске прошли традиционные массовые старты «Лыжня России», которые проводятся в нашей стране с 1982 года. Вот уже третий год подряд проведения этого ответственного мероприятия на Ямале доверяют ноябрьску. Отличная трасса и великолепная организация позволили установить очередной рекорд. Если два года назад на лыжню пришли всего 800 человек, то нынче эта цифра выросла почти втрое, что создало организаторам дополнительные трудности. Сейчас уже заявлено больше 2000 человек. Сами видите, сегодня у нас аншлаг. День лыжника настоящий, поэтому люди любят лыжи, поэтому не хватает у нас ни номеров, ни шапочек, ни лыж. Всем здоровья, всем удачи, всем участникам и спасибо всем, кто сегодня пришел. Красочные открытия, звучат напутственные речи, и на 500 метров уходят самые юные участники 2003 года рождения и младше. Нешуточная борьба ведется за любое место, а мамы отчаянно болеют за своих детей и поддерживают их на финише, чтобы не упали. Победители же не скрывают эмоций. Хорошо бежалось, но чуть-чуть трудновато. Почему? Потому что все начинают обгонять, ты обгоняешь, резкие движения. Ну ты довольна результатом? Да. Далее километровую дистанцию преодолевают участники VIP-забега. И здесь определяется новый чемпион. Трасса обычная, для меня привычная. Тяжелая сегодня, потому что снег перемороженный и лыжи, ну, как бы не очень быстро скользили. Были уверены в своей победе? Нет, я не знал, кто будет и кто еще будет в VIP-забеге, но обычно я проигрывал всегда. Ну а самый массовый забег на 5 километров для всех желающих поразил воображение своими масштабами. По подсчетам специалистов, всего в стране в этот день на лыжню России вышло более 1,5 миллиона человек. Ноябрьск, конечно, не вошел в число регионов-лидеров, которые выставили на трассу наибольшее количество лыжников. Но по заряду эмоциональной бодрости и уж тем более по числу улыбок, наш город в этот день другим не уступил.